Я, Юрий Розанов, приветствую всех. И помогать мне вести репортаж сегодня будет Василий Соловьев. У нас тут комментаторский спор вышел не с Василием, мы выступали единым фронтом. Просто вот сыграли в прогноз, если угодно, но пока вам не скажем, только в конце матча. Да, мы частенько, если честно, стараемся загадать, но просто ради того, чтобы потом убедиться в том, что были неправы. Очень вовремя. Педро. Короткий пас на Хави. Явный технический брак со стороны игрока обороны. И соперник будет выбрасывать мяч за боковой. Защита на высоте. Ясно. До ворот мяч не долетит. Защитником попал. Думаю, надо бить и забивать. Удар! Удар и гол. Педро. Хороший пас. Думаю, нужен. Если он будет получать подобные позиции, если он будет бить по воротам, то рано или поздно забьет еще. Футбол такая игра, когда количество переходит таки в качество. Но должен, безусловно, потому что он очень активен, видите, все время на мяче. Думаю, надо бить и забивать. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Ясно. Все, что остается партнером, это только открываться, только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. Неймар, а если подать? И безусловно, он ищет поддержку. Как, ребята, открываемся под пас? Казалось, что защитник сыграл идеально, но только казалось. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Посмотрим, чем этот угловой закончится. И, разумеется, руки голкипера с удовольствием забрали то, что само у них шло или летело. Лионель Месси. Кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Али. Есть варианты атаку развить. Дани Алвес. Серхио Бускетс. Неймар.
Передача получилась безадресная. Педро. Вот оборона мышей не ловит. Иньеста. Они большие ворота. 7 метров с лишним. Напади, не попади. Вот этот не попал. Но все-таки, как правило, та команда, которая забивает, может получить психологическое преимущество. Обожаю голы, которые забиты на индивидуальном мастерстве. Все сделал сам. Забил. Молодчина. Педро. Ави. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Команда будет подавать угловой. Принимает мяч. Головой удар по воротам. Отбивает мяч голкипер. По разу отличились. Команда в первом тайме пока ничья. 1-1. Я думаю, что грядущие 15 минут вполне себе повод для болельщиков обеих. Что замена произошла. Мы уже смотрим, на какой позиции расположился игрок. А теперь будем смотреть, что ему удастся сделать. Начинается второй тайм. Начинается второй тайм, и мы с вами ждем интересной игры. Банальная фраза, но правда абсолютно. И вот потеря в центре поля. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Прострел неудач. Педро. А вот она и качнулась, чаша весов. Это гол. А комментаторы в таких случаях говорят, ахнул поворотом, и они абсолютно правы. То есть мы абсолютно правы, потому что мы так и скажем. Скоро, давай. Ахнул. Вот если футболист умеет делать такие точные кроссы, ему целый век. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайд. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. Только надо делать его быстро. Вот это матч. Думаю, надо бить и забивать. Хороший момент. Это шанс. И не дают пробить. Не дают пробить. Очень грамотно блокируют удар. Тренер пытается добавить свежих сил. Свежего взгляда может быть. Вот и выходит новый игрок. Выигран мяч атакующим футболистом. Удар по воротам. И покатилась атака.
Вот момент. Хороший удар. Головой наносит удар игрок. Не смог точно пробить головой. Голова-то рабочая, но вот ее нужно прикладывать в правильное направление. Русле, я просто. Скоро мы увидим, что это прежде всего. Стремление добавить в активности или просто свежие силы. Без ударов поворотом не выиграешь, поэтому здесь, как говорится, статистический показатель бесспорен. Чем больше ударов, тем лучше. Пошла борьба. Плотность игры – непременная составляющая футбольного матча. Обратная передача. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч за пределы поля. И вот в этой борьбе мяч кажется бесхозным. Прекрасный пас, отличный гол, вратарь, сори. И обрати внимание, Вась, ведь побежал сразу, и это правильно, абсолютно, да, поздравлять отдавшего этот великолепный пас игрока. Что творит Лионель Месси? Причем в одну и ту же минуту. Серхио Бускетс. Большим числом команда атакует. Осада, но от этого не менее опасно. Отличная передача пяткой. Обычно защитников при этих подачах больше, но это ничего не значит. Обратный пас. Только что отобрал и сразу же вроде бы потерял. Думаю, надо бить и забивать. Бей! И мяч в воротах соперника Барселоны. Ну что ж, в конце игры команда еще раз напоминает нам, что сегодня она была сильнее по всем статьям и в каждую из этих. Ну как с ней бороться? Такой игрой абсолютно не победить. Вот такой злополучный для вратаря рикошет. Штанга против него. Превосходство одного соперника над другим становится все более и более явным. Похоже, его передышка была нужна после отбора, потому что кажется, что он мяч теряет снова. Забивать. И Дани Алвес.
хорошим. Вот он отбор. Сигнализирует арбитр о завершении матча. В таких матчах каждый решает свои проблемы, но проигрывать столь крупно, это из них неприлично. Даже странно.